В Алматы открылась выставка лучших мировых произведений 15 и 19 веков. Каждая гравюра, выставленная в музее имени Костеева, оценивается как минимум в полмиллиона долларов. Кто автор этих особенных работ и как они попали к нам в страну, расскажет Ардак Камал. В музее имени Костеева, что говорится, яблоку негде упасть. Горожане и гости мегаполиса пришли посмотреть на уникальные работы 16 века. Это неудивительно, ведь выставка западноевропейской гравюры проходит здесь впервые. Всего представлено более 500 произведений. Их себестоимость доходит до миллиона долларов, но экспонаты не продаются. Это народное достояние Европы. Для нас это бесценные произведения, и мы как бы с точки зрения коммерции, мы к ним не подходим. Для нас они, потому что их уже такие, их просто нет. Это оригинальные листы. Это здесь множество техник представлены. Здесь также выставлены 4 работы Альберта Дюрера, который внес неоценимый вклад в развитие искусства гравировки. Работа художника под названием «Носорог» была продана на аукционе Нью-Йорка за 6 миллионов долларов, а эти картины подарены российским музеям. Сам консул Германии Рабан Рихтер был поражен многообразием работ, выставленных в Алматы. Когда смотрю на эти картины, у меня вспоминают даже картины, которые я знаю из коллекции в Германии. В Германии, как и здесь, гравюры, к сожалению, такой жанр, который не очень часто показывают. Именно по гравюрам можно так хорошо, если не даже лучше, осознать технику данного художника. Большинство картин выполнены в религиозных жанрах и описывали повседневную жизнь того времени. Тогда гравюры были очень популярны и широко распространились среди населения. Жак Калло родился в 16 веке во Франции. Это были тяжелые времена для страны. Горечь народа он описал в своей картине «Бедствие войны», которая впоследствии стала одной из его самых популярных работ. Всего он написал свыше 1500 работ, но только 7 из них представлены в нашем музее. Несмотря на небольшой размер картины, в них кроется большой смысл. Художник описывал жизнь разных слоев населения, богатых и бедных, и то, как на них влияет война. В музее выставлены работы из Франции, Германии, Италии, Англии и Голландии. Все они выполнены с помощью гравировки на камнях, металле или на дереве. Сейчас осталось немного мастеров, работающих этой техникой, поэтому такие экспонаты встречаются лишь в музеях, а их цена с каждым годом растет. Ардак Камал, Ерлан Сагымбаев, телеканал Алматы.